Добрый день. Продолжаем вас знакомить с реконструкцией фрезерного стола. Вот я изготовил такую вот панельку, систему. Здесь будет крепиться фрезер, устанавливаться. Вот она такая широкая по той причине, что у меня будет большой фрезер стоять на нем, широкий обычный фрезер. Вот я два профиля соединил такой пластиной. Можете мне поверить, я уже это, конечно, слово использую давно, но вот тут вот расстояние одинаковое до сотой доли миллиметра. Мне пришлось подгонять, потому что иначе, если я посажу сюда подшипники, и они будут отличаться, то будет вот эта каретка гулять. Вот я хочу вам продемонстрировать, вот, как она себя ведет, эта каретка. Вот смотрите, я ее вставляю в подшипники. Вот. Вот смотрите, никакого люфта нету. То есть она находится очень плотно, никаких люфтов нету. Почему я такую широкую большую сделал? Нет. У меня сейчас на данный момент просто нет фрезера поменьше. Поэтому я буду свой устанавливать обычный. Вот. Не Матаба. Я ее покажу, буду устанавливать, я вам покажу. Вот. А если бы у меня был просто фрезерный мотор узкий, то я бы поставил бы, конечно, вот это. Здесь тоже очень плотно все ходит, никаких люфтов нету. Вот. Сейчас она просто еще не смазанная, поэтому ну, в дальнейшем можно будет потом просто поменять. Эту поставить, а эту убрать. Вот. Но пока я делаю этот держатель для фрезера, опускаться он будет. Это 105 миллиметров, мне это достаточно для моего стола, глубина погружения. Плюс я еще могу регулировать выдвижением самой фрезы на фрезере. Там где-то 60, и получится 160, мне этого достаточно. Вот. Пришлось повозиться, везде угол 90 градусов, везде все подогнано очень четко, вы видите, нет никаких ни щелей, и очень плотно входит сама калитка в подшипниках. Вот. Вот. Все это изготовлено в домашних условиях при помощи пилы, топильника, вот, штангеля. Вот. И видите, мне даже надо было вот здесь точить втулки длиной 12 миллиметров, вот. Но токарных работ я не могу производить в квартире, поэтому я набором шайб вот, это компенсировал. Вот. В подшипниках стоят втулки, у меня такие были, они плотно входят в подшипник. Вот. Посмотрим в дальнейшем, что будет происходить с реконструкцией, вы все увидите. Спасибо за внимание.